сверлит внутреннее хранилище. Они хотят осквернить наследие богов. Убейте их. Бегом, Арс! Летит еще одна эскадрилья. Протосы не собираются сдаваться. Держитесь, парни. База атакована. Месторождение минералов выработано. Еще бы! Давно бы так! Так точно! Пошло-поехало!
тебя уже заждал. Клеров на связи. Задавим их интеллектом. Время действовать. Сейчас мне будет больно! Улучшение завершено. Клеров на связи. Давай, удиви меня! Даримы не выдержали вашего натиска. Они отступают. Отличная работа, сэр. Сегодня ты победил, Джеймс Рейнер. Но эхо твоего святотатства еще долго будет сотрясать космос. Рано или поздно настанет час расплаты. Похоже, эти артефакты — хит сезона, а, Тайкус? Какая разница? Главное — получить с этого кредиты. Вот только если Талдаримы превратят нас в пар, наши доходы резко пойдут на убыль. Погоди-ка, ты говоришь о Керриган? Прошло 4 года, ты появляешься из ниоткуда. Времени мало, ты должен понять. Здесь ответы на все твои вопросы. Загляни в него. Судьба всего сущего висит на волоске. Я тоже рад был тебя видеть. Я слышал об этих кристаллах раньше. По идее, они позволяют погрузиться в чужие воспоминания. Что бы ни нашел Зератул, он хочет, чтобы я увидел то же, что видел он.
Что ж, выбора нет. Вижу, у нас новая находка. Это протосское устройство? Именно. На вашем месте я бы не стал в нем копаться. Это кайдаринский кристалл Ихан. Своего рода запоминающее устройство. Он позволяет испытать то же, что испытывал тот, чья память записана в кристалле. Подобный опыт может оказаться очень опасным. При этом у вас нет и тени страха. Вы удивительный человек, Джим Рейнер. Вы знаете о протосах и зергах больше, чем эксперты, пишущие статьи для журналов. Рейнар, гончие пустоты все ближе. Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда. Теперь, когда у нас есть осадные танки, можно повеселиться по-взрослому. Да, ничто так не успокаивает, как рокот тяжелой артиллерии. Конечно, если она на нашей стороне. У новых танков улучшена броня и повышена огневая мощь в походном режиме. Главное, чтобы они также хорошо били по дальним целям. Остальное просто приятное дополнение. С танками и бункерами мы можем долго держать оборону.
вами Донни Вермиллион на канале UNN. В сегодняшнем выпуске: вторжение зергов, развитие событий. В условиях растущей угрозы Доминион твердо удерживает свои позиции. Производство военной техники на всех направлениях значительно возросло. Армия активно пополняется за счет системы исправительных учреждений. Отряды морской пехоты готовы вступить в бой. Зерги и не подозревают, какой сокрушительный удар их ждет. Донни, у нас есть сведения о том, когда война перейдет из оборонительной фазы в наступательную? Кейт, если я об этом скажу, я выдам секретную государственную информацию. Вы считаете, что зерги смотрят нашу передачу? Я не считаю, Кейт. Я знаю. Таковы новости к этому часу. С вами Кейт Локвелл на канале UNN. Как прошла встреча? Не понимаю, о чем ты. Еще как понимаешь, Джеймс Рейнер. На этом корабле был гость. Я чую его запах. Протос. Интересно. Чтобы тебе не почуялось, держи это при себе. Если еще раз сболтнешь лишнего, отправишься исследовать космос без скафандра. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. У нас на борту уже 3 артефакта. Когда мы наконец избавимся от этих чертовых штуковин? У заказчиков сейчас дел по горло. Зерги напали на их главную исследовательскую станцию на Тирадоре. Не думаю, что Мёбиусы выйдут на связь, пока не найдут планету поспокойнее. Ну, приехали. Ты не поверишь. Я только что видел на корабле Зератула. Сэр, вы перед этим наведывались в бар? Я видел его, Мэтт. Он был ранен и пытался от кого-то сбежать. Где же он сейчас, сэр? Не знаю. Но на корабле его нет. Он дал мне кристалл памяти, чтобы я непременно изучил его. Похоже, он хочет показать мне то, что видел сам. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации – полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вестей рискованно. Наемники – буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орлан платит минералами. Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно иметь дело. Не тяните. Если Орлан заплатит раньше,
Ах, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит? Природных ресурсов здесь почти не осталось. Если мы хотим нанять Миру раньше, чем это сделает Орлан, придется искать и перерабатывать промышленные отходы. Считаете, ей можно верить? Она же наемница. Поможет тем, кто раньше заплатит. Парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Что происходит? За дело? А? Эта планета уже давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для Миры должно быть довольно просто. Пристройка завершена. Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми! Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Ну чё там, сэр? Чего нужно? Что теперь задумал? Давай, удиви меня! Да. Ну чё там, сэр? Чего нужно? Что теперь задумал? Может, поможешь мне? Приказ получен! А! Чего пугаешь? Ага. Доктора вызывали?
Доктора вызывали? Есть, сэр! Танк на марше! Что такое? Задавим их интеллектом! Понятно! Бегом! Время действовать! Так точно, сэр! Вас понял! Круто! Лёш, на связь! Вижу всё по-взрослому. Наша КСМ база атакована. Разведка! Конечно! Отлично! Как скажешь! Давно бы так! Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. Так точно, сэр! Круто! Почему бы и нет? Еще бы! Бегу, Мор! Точнее! Вас понял! Точняк!
Берутся! Задавим их интеллектом! Жду не дождусь! Приказ получен! Понятно! Все понятно! Есть, сэр! Месторождение минералов выработано. Сейчас мне будет больно! Все по-взрослому. Есть свободенка. Есть, сэр. Кого подлатать? Требуются дополнительные хранилища. Будет сделано. А! Чего пугаешь? Есть. Требуются дополнительные хранилища. Сейчас рванет! Задело? Месторождение минералов выработано. Клеров нашли. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Огня! Вас понял! Клеров на связи! База атакована. Требуется помощь. Обнаружен. Я отправил тебе подарочек.
мне будет больно! Требуется помощь. Приказы будут? Давно бы так! Требуется помощь. Доктора вызывали? ТСМ готов! А! Чего пугаешь? Клеров на связи. Доктора вызывали? Приказы будут? ТСМ готов. ТСМ готов. База атакована. Клеров на связи. ТСМ готов.
Требуется помощь. Смерть на пороге. А? ГСМ готов. Я уже заждался. ГСМ готов. Смерть на пороге. ГСМ готов. А! Чего пугаешь? Что происходит? ГСМ готов. Ага. ГСМ готов. База атакована. ГСМ готов. Все понятно. Нас тут много. База атакована. Вооружен и опасен. Будет сделано. Вас понял. Так точно, сэр. Бегом, Марс! Отлично! Конечно! Кто на новенького? Я уже заждался. Превосходно. Высылайте подмогу. Улучшение завершено. Я мог бы оказать всему миру неоценимую услугу и прикончить тебя, Орлан. Жаль, но мне еще может пригодиться твоя помощь. А теперь давайте отвезем адъютанта на Гиперион и поговорим с ним по душам. Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь с Тарсониса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгск,
Арктур. Бывший офицер Конфедерации. Гражданский геолого-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. С ума сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Жалею, что притащил эти артефакты на корабль. Вы что-нибудь о них выяснили? Да, есть любопытное открытие. Артефакт Сксила отличается от остальных. Тем не менее, я думаю, что все они являются частями одного целого. То есть, вместе они станут еще мощнее? Видимо, да. Это только мое предположение. Но, похоже, артефакты притягиваются друг к другу. Между ними есть некий гармонический резонанс. Судя по точкам, в которых происходит транслинейное выравнивание, я могу предположить, что они притягиваются как магниты в поле определенной конфигурации. Ясно. Вы вот что. Пока ничего не выравниваете. По мне, они и так достаточно ровно висят. Даже не верится. Запись все доказывает. Менгск... Тарсонис, все, что случилось, что вы будете теперь делать? Расскажу людям. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок Доминиона должен узнать, на что способен их любимый император. Резонанс будет чудовищный. Всюду поднимутся восстания и бунты. Но ведь именно этого вы и добивались, да? Это только начало. С ума сойти. Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стервятниках. Чистой воды самоубийство даже в мирное время. А уж в наших условиях и подавно. Полегче, Свон. Стервятник спасал мою шкуру черт знает сколько раз.
Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую? Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, Свон. Таких не любят. Император. Многое было сказано и написано о трагедии на Тарсонисе. Например, в документальном фильме Тилосского «Рассвет империи» утверждается, что вы погубили Тарсонис ради свержения режима конфедерации. Я наслышан о подобных теориях. Но фактически произошло следующее. Зерги наводнили планету. И никакие силы не могли остановить их. Это был черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство Конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить. В тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да, я боролся со старой конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки над «и». Далее в программе. Аллергия серглингов на лимонный сок. Бабушкины сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества? Джимми, а что у вас за история с Менгском? Вы вроде были корешами. Я думал, Менгск все изменит. Мы сражались бок о бок до самого Тарсониса, пока он окончательно не взорвался и не натравил на планету зергов. Керриган была против его плана, и он бросил ее на Тарсонисе. В общем, оказался сволочью похуже конфедератов. Да, умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одну из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне.
Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на территории. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале.